Виталик, привет. Мы с тобой знакомы буквально недавно с выставки в Харькове. Хоть я уже и брал у тебя интервью, но мне очень лично, я скажу, понравилось ваше производство. И я хочу специально, чтобы обширно взять у тебя интервью о вашем производстве. Можешь вкратце рассказать о себе, кто ты? Не что, что я на «ты». Нет, все отлично. Кто ты, что ты, откуда взялась эта фирма «Парк Плюс», чем она занимается, что вы производите и так дальше. Да, здравствуйте, меня зовут Виталий Буровицкий, я представляю компанию «Парк Плюс». «Парк Плюс» компания существует достаточно далеко. Вот с Манией мы познакомились в прошлой выставке, а вообще она уже насчитывает 2 десятилетия, сама компания, но только в прошлом году мы начали заниматься тем, что приблизились к конечному потребителю именно то, что связано с деревом. Мы очень много продавали доски, леса, пиловочника, а более углубленно приблизились к конечному потребителю, то есть что-то начали изготавливать, это только в конце прошлого года. Ну и уже какую-то небольшую линейку разработали и представляем ее. Вот у меня такой вопрос. Я буквально недавно выставлял ролик в Ютубе. Здравствуйте, друзья пчеловоды. В этом видеообзоре я расскажу вам о солнечной воскотопке, которую производит компания «Парк Плюс». Ваш ролик. Я его просто перезалил, так как он мне понравился. Почему он мне понравился и почему я его перезалил? Потому что я увидел реальное качество. Я его так и назвал «Парк Плюс тандем красоты и качества». У вас реально цена как бы завышенная, как для украинского рынка. Я-то, в принципе, понимаю, почему это, потому что я вижу лично, сейчас я вижу качество. Почему вы сделали ставку именно на повышение цены в этом плане? Ценовой эквивалент. Можете по этому вопросу? Да, конечно. На самом деле, Ваня, каждый раз, когда выстраиваешь какую-то стратегию или бизнес, нужно четко понимать, и как ты себя будешь позиционировать. То есть, если я хочу продавать там ульи или пчелоинвентарь, я должен понимать, кто мой потребитель. Обычно потребители всегда делятся на 3 категории. То есть это либо те, кто хотят быстро, много и недорого, либо кто-то хочет суперкачественно, скажем так, и пусть это будет даже дорого. И бывает еще третья модель бизнеса, это когда люди хотят что-то инновационное, необычное, такое, как ни у кого нет его, эксклюзивные какие-то вещи. Поэтому, когда мы задумались о том, что мы будем изготавливать ульи, мы четко хотели понимать, кто наш будет потребитель. Это будет много, вал большой и дешево, либо дорого. Всем мастерам, кто работает вместе с нами, более по душе что-то делать такое высококачественное, скажем так. Если сравнивать с каким-нибудь автомобилестроением, мы там позиционируем себя как будто бы как Mercedes. Поэтому четко захотели делать из дорогих материалов. И самое передовое использовать, что там, если это термодерево, то чего, допустим, еще до этого никто не использовал, какие-то нержавеющие саморезы, какие-то амортизаторы, то есть использовать самое дорогое. Приняли для себя решение и уже в этом русле двигаемся. Я понимаю, на первом месте качество, потом уже количество. Да, да. То есть вы ориентируетесь именно на то, что у потребителя должен быть выбор. Кто хочет дешевое, ищет себе дешевое, кто хочет дорогое, не только дорогое, а и качественное, они могут смело обращаться к вам. Именно так, да. А почему именно термодерево? Я хочу спросить вопрос, я в этом не компетентен. Что термодерево, ульи изготовляете вы, что это для пчел, для этого всего, оно какой-то привилегии дает или нет? Само термирование дерева, оно подразумевает собой, что дерево побывало под очень высокой температурой. То есть, если мы там более 200 градусов дали температуры, то это влага, которая находится в дереве, которая вся с корневой системы попадала за 100 лет там туда, она выходит, и процессы гниения дальше уже прекращаются, останавливаются. То есть, не будет ни грибка, не будет там плесени, не будет никаких заболеваний. То есть, это сухое, идеальное дерево. Ни жучки, ни паучки, никаких проблем. Это одно, почему мы обратили на него внимание. А второе, то есть коэффициент расширения и сужения дерева, когда в нем уже нет влаги, нет при нагревании расширения воды или при замерзании сужения ее,
все дерево становится с этим коэффициентом стабильным. То есть, если мы изготовили какую-то, склеили какой-то корпус или часть, оно остается стабильным, его не рвет, его не коробит и не крутит его никак уже. То есть, оно уже геометрию держит, ну, четко, хорошо. То есть, качество и долговечность древесины, да, то есть, сохраняется, да, на очень много. Ну, то есть, цену мы требуем как бы дорогую, мы должны понимать, за что мы хотим дорогую цену, что люди взамен получат. Допустим, долговечность, качество, там, эксклюзивность какую-то, красоту. Ну, я смотрю, красота, это эстетика у вас очень как бы шагает вперед по сравнению с другими производителями. Ну, это большой плюс. Ну, лично это мое субъективное мнение. Это правильный подход, потому что я лично сам хочу делать пасеку образцово-показательного характера. И вот лично для меня это очень как бы, вот вы как находка, честно. А есть какие-то нибудь у вас планы по развитию вашего в плане пчеловодства? Какие-то, ну, да, мысли? Да, в этом году мы хотим настроить всю линейку, то есть весь ассортимент, который мы будем в дальнейшем производить. То есть мы его настраиваем, мы его апробируем, работаем, что-то там просим наших заказчиков давать какую-то обратную связь, отзывы. А со следующего года, то есть это будет уже работа над удешевлением, чтобы еще больше потребителей появилось у нас, их сейчас немного. Ну и массовость, то есть как можно больше это распространять. Ну, они будут, потому что мы, лично я, буду пробовать у вас просить какое-то изделие для испытания, чтобы показать этим людям, как оно есть в действительности, ну и так дальше. В Харькове мы смотрели, ты презентовал нам вот такое изделие, я возьму за спиной, это ЭВК. ЭВК, а да. А что сегодня ты можешь просто нам, ну, показать, ну, вот ЭВК. Кроме ЭВК? А, кроме ЭВК. Да, ЭВК мы уже смотрели. Что-то презентовать для публики. Ну, одну секунду буквально в ЭВК. То есть это вот три дня как испеченный продукт. Это новое изделие. Да, это новое изделие. Ага. То есть если раньше у нас стекло боковое открывалось, да, здесь и было стеклянное, то сейчас это поликарбонат, он там не бьется, он очень крепкий. Это круто. И он выезжает. То есть вот что мы это имеем. Это круто, да. Согласен. С обоих сторон вот так вот он. То есть вы можете, да, удивлять. Если, ну и кормушка. Две недели назад у вас было одно, да, теперь это совсем, да, другое. Да. То есть вы не стоите на месте. Но стандарты остались те же. То есть все по габаритам, размеры, все практически то же. Единственное, что добавили поликарбонат и сделали его выдвижным. Круто, круто. То есть постоянно что-то придумываем. Не, это класс, это заслуживает большого уважения. Да. Ну и... А кроме ЭВК? Да, кроме ЭВК. Что-нибудь. Я просто вижу, что появилось какое-то, ну не какое-то, а новое изделие. Вот я даже вижу, вот рамки стоят за рамками, вот у вас. Ну, это не будет наглостью, если я покажу его? Не, это наоборот. Я, ну, думаю, что многие это воспринимают за рекламу. Ну, по сути, это и есть реклама. Ну, для меня это реклама, Ваня, да, да, действительно. Ну, я в первую очередь хочу людям показать людям, донести информацию, что где-то в стране появился новый производитель, где его можно найти. Буквально еще две недели назад, ну, по большому счету, а вас никто не знал, а Парк Плюс никто не знал. Ну, я считаю, что это наша цель, как бы, донести людям, что... Потому что люди должны знать, где купить качественный товар. И вот вы одни из тех. Показывать. Ваня. Окей. Значит, ну, что из того, что последнего нового? Вот. Вот такой вот улик, вот у нас уже спрашивают люди. То есть мы сделали небольшой такой выставочный улей, или еще его называют смотровой улей. В этом улье что интересного? В этом улье может быть мини-семья быть помещена. То есть мы открываем боковые стенки, которые утепленные. И вот здесь вот у нас за поликарбонатом, за нашим, находится семья. Ага. Она здесь живет, и мы можем наблюдать ее. Как часто, ну, как правило, ее используют, если вы выехали на рынок куда-нибудь торговать медом, либо дома у себя просто. Вы показываете этот улей, показываете людям, как живет семья, сами наблюдаете за этим, ну и получаете удовольствие. Есть вот такой вот небольшой вот леточек, сейчас я покажу, одну секундочку на камеру. Вот он на магнитике здесь. Раз. И пчелы выходят отсюда. Закрыли, если перевозить надо. Магнит его прибил туда, и все на этом. Ручки из нержавейки. То есть он переносной такой. Не совсем тяжелый. Термодерево.
и имеется кормушка. Вот такая вот кормушечка. Видите? Она за стеклом. Ага. Стекло или поликарбонат? Поликарбонат. Поликарбонат, да. Я вам покажу, как она вытягивается. Одну секундочку. Вот поликарбонат, то, что я говорил, который не бьется. Я все время демонстрирую его, о том, что его можно бить. Это не ор-стекло, но намного. И вот такая кормушка внутри находится. С ганимановской решеткой, чтобы не могла матка проникнуть туда вовнутрь. Да, очень интересное дерево мы здесь используем. Вот это сейчас везде мы использовали грушу. Груша очень благородное дерево. Знаете, мы как пчел, так и дерево очень уважаем. Прежде чем что-то изготавливать, мы его достаточно тщательно подготавливаем. Каждую заготовку высматриваем, на что она пойдет, на кормушку, на крышку или еще на что-нибудь там, на боковухи какие-нибудь. Ну и вот получился вот такой уникальный продукт. Прикольно. Да, давай. Ну это, я тебе рекомендую, я вот говорю, без всяких этих, сними обзор, и я его тоже выставлю себя на канале. Вань, я буду очень благодарен. Я тебе говорю сейчас честно, это и мы покажем это людям, потому что, ну, реально круто, красиво, качественно, это видно. Просто сейчас, возможно, это люди не увидят, так как мы можем посмотреть это в обзоре. Да. Так что сделай обзор обязательно. Можно, да, можно детально рассказать о том, что для чего. Красиво, как. Классно и, ну, прикольно. Я согласен. Именно вот для моей пасеки в будущем, для создания красоты, это то, что надо. Ну, пока мисс выставочная цена, на него сейчас 6 тысяч гривен. Да. Не знаю, как вы считаете, дорого это или нет? Ну хорошо, вам нравится это или нет? Нет, нравится, можно сказать. 6 тысяч гривен. Почему китайцы побеждают? Да потому что они ценуют. Да. Единственное, чем они не могут взять, так это качеством. Это понятно. Поэтому... В принципе, каждый, конечно, уже что-то думал бы, если было решение. Не, ну, если хотите качественное, то тогда мы не используем. Допустим, вот ручки – это Германия, защелки – Германия, алюминий – это, по-моему, Дания делает. Ну, дерево наше украинское, то есть китайского здесь ничего нет. Даже тот же поликарбонат мы делаем израильский. Не используем. Информационная технология, то, что вот на входе вот это, или как называется фирма? Нет, Парк Плюс. Парк Плюс компания. Откуда вы? Кривой Рог. Телефон повторите, чтобы я не записывал. Есть у вас ссылочка? Телефон, да, пожалуйста, возьмите. Спасибо. Виталь, спасибо, что ты уделил время своим клиентам. Это очень круто, когда есть клиенты. Давай вернемся к нам. Да, Ванечка. Да. Я так понял, цена вот этого, да, 6 тысяч гривен. Да, такого уника 6 тысяч гривен. Дорого. Дорого. Скажу, Ваня. Дорого. Ну, кому дорого. Это надо, то это надо. Ну так, это относительно дорого, знаете, ну. Ну, для каждого понятие дорого, да. Относительно. Для кого-то дорого одна цена, для кого-то другая. Вот я знаю точно, что. Воскотопка вот эта ваша крутая, есть люди, которые ее заказывают, есть уже люди, которые, даже и в Ютубе есть обзоры, и вполне довольны, ну, как бы, по крайней мере, уже эстетикой, красотой они довольны. Отзывы есть, как бы, есть. Отзывы уже пошли, то, я думаю, будут и отзывы о работе. Они очень важны для нас, эти отзывы, потому что, ну, просто продать неинтересно товар. И неинтересно в том плане, что ты продал товар, а он не понравился клиенту. Ну, то есть, нам интересно, чтобы как можно больше говорили, что негативного, там, бьется, неудобно, тяжелое, там, кривое. То есть, все, любое связанное что с качеством, с эргономикой, нам это очень важно, чтобы каждую модель, которую мы новую, по отзывам наших клиентов делали, она улучшалась. Это очень важно. Это очень важно. Кстати, это я такой наберусь наглости. И что вы мне можете презентовать для будущих отзывов, чтобы я попробовал у себя на пасеке и реально показал отзывы людям. Ну, то есть, показал видео. Ну, вот, честно говоря, сейчас схвачу вас за это. Я вот дарите мне что-нибудь. Я вот благодарен, что
ты, ну, просто сделал для нас, ну, такой жест благородный и взял эту воскотопку нашу, прорекламировал. Мне было очень приятно, когда я, во-первых, увидел, потому что я тебя знал как блогера и как ютубера знал, и тут вдруг ты показываешь нашу воскотопку. Ну, для меня было это очень приятно. Если ты не откажешься и возьмешь в дар ее, я буду еще больше благодарен тебе. Возьму обязательно. Ну, честно. Я знаю, что... Ну, честно, без обид, пожалуйста. Не, я возьму обязательно, потому что я знаю, что многие будут критиковать, люди, подписчики, но я возьму специально для того, я возьму не для того, чтобы заработать, я возьму эту воскотопку для того, чтобы посмотреть, как она будет топить воск и реально сделать обзор. Ну, одно из условий, чтобы ты ей пользовался. Обязательно. Это очень важно. Пользование и честный отзыв. Спасибо, Вань, спасибо. Что, вот это спасибо. Моя, да, воскотопка? Да, пожалуйста, да. Круто, спасибо. Что еще хотелось спросить? У вас есть канал YouTube свой, вы ведете, да? Там вы выставляете свои... Ну, не такой, как у вас, Ваня, но есть. Да, там можно будет посмотреть ваши изделия и так дальше. Да, Вань, есть небольшой. Я понял. А есть еще какие-то у тебя пожелания, что-то... Я думал, ты скажешь подарки еще. Хватит подарков. Что ты хочешь, может, ты хочешь от себя, от своей компании сказать подписчикам нашим, зрителям, которые, возможно, будут потенциально твои покупатели? Ну, в первую очередь, я хочу всех пчеловодов поздравить с новым сезоном. То есть то, что он не совсем удачный, может быть, для многих, потому что такая затяжная весна, и мы каждый день ждем солнышка и теплой погоды. Но все будет хорошо, все будет удачно. Я хочу всем пожелать больших медосборов, хороших урожаев, сильных семей, ну и присматриваться к нашему продукту, может, что-то уже пробовать. Будем пробовать. Спасибо за интервью, за обзоры. Мы сейчас еще чуть-чуть тут пофоткаем, если вы не против. Я только за. И, наверное, все-таки прорекламируем вас. Спасибо. От чистого сердца. Спасибо. Не за воскотовку. Спасибо, Вань. Спасибо огромное. Удачи. Спасибо.